Здорово, Иван. Здорово. Ребята, будут? Да ясен пень, у Кири же день рождения. Сближают общие интересы. У нас их с тобой огромное количество. Люблю тебя за то, что ты всегда был, есть и будешь командным игроком. В принципе, за это я тебя и уважаю. За то, что ты на самом деле открытый, хороший, добрый человек. Поверь мне, говорить эти слова для меня не только большое мучение на протяжении 2 дней, но и большая ответственность. И действительно честь. Так что с днем рождения, Кирилл. С днем рождения. Я хочу тебе пожелать, чтобы все дальше было здорово, замечательно, весело, главное позитивно. Кирюха, поздравляю тебя с днем рождения. Ярких красок в жизни. Высокого полета. Больших достижений как в спорте, так и в жизни. И найти тебе любовь. И Кирюха, в общем, Хотя бы сегодня, я могу тебе сказать по-честному, не пытаясь тебя чему-то научить, что я тебя действительно ценю, и я рад, что такой человек есть в моей жизни. Друг. Мне кажется, человек уже в таком возрасте уже сам наметил себе какие-то цели, какие-то направления развития. Хотелось бы пожелать тебе воплощение этих планов в жизнь или наконец определиться с этими целями. Ты огромной доброты человек, пытающийся скрыть под толщей брутальности и нами выдуманный Чак Норрис, Микки, Буллин. Это всего лишь твои маски, от которых пора избавляться, Кирилл. Мы тебя любим и ценим за то, что ты отличный, отличный парень. Кирилл, за твое здоровье. Они все неудачники. Возьми меня на главную роль, Микки. Я буду все делать хорошо. Хорошо, сэр. Воскресный день сегодня прекрасный, как в плане погоды. Я это никогда не любил. Он меня никогда не любил. Кого ты любишь, кроме если Кирилла не любил? Послушай, давайте. Ненавижу. Не перебивайся. Звони юкарный помой. Да не будет звонить. Я уже еду. Так быстрее едь. Алло, Дэн, а ты так где? Our boundaries were broken hard. It's a good thing to know as you walk into group for the show.
поздравляю тебя с юбилеем, 25 лет. Серьезная дата, так будьте серьезным. Слышишь? Оператор убивают! Кирюха, сегодня собрались мы все ради тебя. Даже сам, наверное, знаешь, какие... Так, сейчас все получится. Цель у нас жизни, его платить в жизнь. Если что-то пойдет не так. Пожелать тебе ничего не могу. RSA. Does self-abuse extend your hospital stay? Well, I think I'm lying. Lord, I won't try over anything.